Слушай, какие они шустрые вот эти вот. А, у меня уже нет. Готов? Готов. Еще где-то один. Да. Зараза. Многовато. Уходим, пока они не прислали подкрепление. Угу. Патрончики бы побольше. Ты пробегись, скорее всего, валяются. Ты много снаружи положил. А, снаружи-то пробежаться, это да. Да-да-да. О. 100-100. Так, как нам? Штекер где-то должен быть. Через дом через можно крышу. Выйти. На ту сторону? Да. Точно, да. Ну, кстати, ладно. Во! Понятно еще, как они проходили сюда. Гады такие. Где-то тут уже. Пропадало, падали. Похоже. Вот. О. Найдем источник питания этого поля. Все-таки, видишь, провода не зря нас смутили. Да, у нас сразу чуйка сработала на это дело. Засада. Что-то здесь не так. Ага. Да, Алекс. А, у меня же все полное. Провод идет вдоль холма к тем зданиям. Проверим сарай на вершине холма. Понятно. То есть нам надо... Через верх, может быть? А, как-то? Подожди, вон туда же. Я думаю. Ну да. Там, где гудело. Их все больше. О, бежит. Отлично. Круто. Арбалет, конечно, вещь шикарная. Да. Ай. Или попал ты? Да нет, не попал по последнему. Ну вот оно. Угу. Дверь эта металлическая. Опа. Да. О, а тут что у нас? Гранатки. Это, видимо, как раз для турельки. Да-да-да. А-а-а! Гада. Алекс, стойди. Уничтожь пулемет, Гордон. Ха. Попробую отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Ага, похоже, я смогу их отключить, но тогда мне придется остаться здесь. Попробуем. Кто тут еще звуки издает? Ну да, пищит кто-то. Ой, прости, Гордон, здесь плохо пахнет. Я не могу тебе помочь. Попробуй выключить реактор сам. Однажды это станет сюрпризом. Что? Я не очень поняла, что она пыталась сказать этим. Хэдкраба где-то, да? Я не пойму.
Ну, по звуку похоже. Или там что-то живое внутри. Странно это как-то. Так. Туда закинуть? Да нет. А вот эта штука не выламывалась? Вентиляция? Решетка, которая. Где? Ну ты вот поднимался наверх. Вот это нет. Давай попробуем по-другому. Я думаю, что я что-то делаю правильно. Да тут вариантов-то не особо много. Во! Подожди, я пищала с той стороны. Видимо, оно там где-то застряло. О, круто. Ага. Ящик подставить нужно было? Не уверен. Но можно попробовать. Да. О! Ладно. Думаю, это должно было сработать. Посмотрим, что с полем. Идем. Будем надеяться, больше комбайны нам не попадутся до самой белой рощи. Конечно. Не попадутся. Пройдешь здесь? Ну, почти. А здесь? Молодец. Ты знаешь что? Что? По-моему, там была энергия. Может Нет. быть. Ну, если была, я уж не буду лазить по этому дому опять. А, вот, Погнали. Вот, на стене. Точно. Все, сто. Поехали. Трамплин. А я так еще для очистки совести глянул направо. Я так и поняла. Просто ты на этот трамплин отреагировал раньше, чем посмотрел направо. А там что? А, понятно, завал. Ловлю какой-то сигнал. Ага. Вот, стоп. Посмотри, она прям летит. Это этот причем? Или нет? Ну, какой-то перевозчик, короче. А, в воздухе смотри вон она. Да. Я подожду тут. Смотри, стреляют. По-моему, она упала. Стрелка такая. Ну, я думаю, камни. Так, один ящик упал. Хотя, в принципе, оно тебе не нужно. Ну так. Да, в общем-то, действительно не нужно. Но было бы интересно сбить.
Ну вот. Есть. И камушек. Хорошо, сломался. Не по лбу. Не, смотри-ка, тут эти арбалетные болты. Ну, отлично. И это вот для этого оружия. Не зря. Альтернативный огонь, да. Стоп, а где ачивка? Во! Выпросил. Стребовал даже. Что это? Что это? Не нравится мне этот звук. Так и мне не нравится. Он, я думаю, никому не нравится. Ага. Это же это, страйдер звук такой издает. Смотри, там торчит антенна. Это белая роща. Ладно, мы в двух шагах от базы, в крайнем случае пойдем пешком. Там уже он. Вон он, чпокнулся. Дымится, ага. Я хотел сказать, там уже вон боевые действия какие-то были. А как открыть? Пешком, что ли? Да нет. Похож пешком. Ого, транспортник. Так вот, что за взрыв мы слышали. Приятно, что часовые у белой рощи не дремлют. Может быть, где-то дальше можно открыть будет. Провода, посмотри, куда идут. Это страйдер. Сюда, Гордон. Ох, молодец, увернулся. Фу. Мне помогать или чего? А, он ему что-то там оторвал. Эй! Капец. Молодец, пёсик. О, давай. Уходи. О, нет. Пёс, пёсик, ты жив? Пёсик, пёсик, очнись. Ты живой. Как ты меня напугал? Такие нежности. Все контакты цел. Слава богу. Эй, вы живы? Все хорошо. Уже хорошо. Мы вас ждали. Идите вдоль ручья, затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем. Спасибо. Ладно, идем. Это он тут охранял, помогал? Да-да-да. Гордон, приведи машину и сыграем кто быстрее. Хороший мальчик. Нормально вы тут еще игру решили устроить. Мозг такой валяется. Ага, выдернул ему. Жить. Что, сейчас на перегонки? Что ли, поедем? Похоже, с ним? Нужна твоя помощь. Не возражаешь? Жуть какая. Оно прям вот отсюда прям видно, что оно какое-то такое живое. Прибрался такой. Молодец, песик. Ну, пес, давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон. Счетерит по-любому. А, не туда я поехал. Заново, заново. Нищетово. Поднажми, Гордон. Надо было правее брать, да? Да, он туда по дороге. Ага.
Прям в спину дышит, я слышу. Пустите нас. Расстроился. Спасибо. Мы и так и поняли, что это вы, когда пес встрепенулся и помчался куда-то. А я была рада ему как никогда в жизни. Вот мы и в Белой роще. Мы успели вовремя. Наконец-то мы в безопасности. Ой, не говори.